А вот сейчас, значит, у нас перед нами что? Кабардино-Балкария. Кабардино-Балкария. Вот. Мы идем на Нальчик, на Зрань, дальше на Беслан, на Грозный. И нам нужно сегодня выйти обязательно в Ставрополье, потому что у нас еще впереди большие встречи могут быть. И посмотреть те районы, где мы не обошли. Благословен Господь, да осветит дары, посылаемые им. Аминь.